Послание Владимиру Путину. Красный снег. Ты-то знаешь, никакого Бога нет в рали Майя, не закончится свет, ты-то знаешь, еще лицо не помешает тебе никто. Ты-то в курсе, все пророчества лгут, книги лгут все, нас истют, пляшут наши и пугают телешоу, людям страшно. Это есть хорошо. И все же ты мразь, так кажется нам, и может быть в этом наша вина. Ты просто мразь, типа над миром я, но хорошо информированная. Просыпайтесь, сколько можно потреблять гигабайты. Телевранья, сколько можно доверять кремлевским снам, пошлой ложью прикрывать свой страх и срам, свой страх и срам, страх и срам. А прошлого это печальное по-хорошему не получается. Если ОМОНы вместо закона, значит, будет по-плохому. Будет по-плохому. Тогда рваные погоны на бегущих ментах, бешеная атака на вокзалах столиц, смятение Каддафи на обломках лиц. Будет по-плохому. Тогда ураганы погромов, слепых города, пьяные дозоры, рублевки в огне, трупы на дворцовой, красный снег, только красный снег, красный снег, на дворцовой красный снег, красный снег.